Напряженная финансовая ситуация – это основная проблема многих команд. Она решается путем обращения в «Спортпринт-М». Добрый день, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на стадионе на Флотской, где сегодня этим воскресным днем состоится центральная игра уикенда в Северной лиге, ну и, соответственно, центральная игра уикенда в высшем дивизионе А. В 11-м туре чемпионата высшего дивизиона А встречаются ЦДК и Интер. На ваших экранах представление этого матча, анонс, видите, какие имена, да, Андрей Коряка, Руслан Нахушев. Вообще, сегодня у нас друг против друга на поле выйдут Евгений Алдонин, Алексей Милешин, Сергей Темряков и Андрей Коряка с одной стороны, Александр Филимонов, Руслан Нахушев, Дмитрий Мечков, Владимир Свежук с другой. Пытаюсь я подобрать в голове цифру, которую надо бы сказать, там... Представь такой анонс, сколько там, 10, 15, 20 лет назад, и подумали бы, что это профессиональный футбольный матч, просто трансферы прошли между командами различными, но на самом деле не бьется, пасьянс не сложится, потому что футболисты разного поколения у нас будут на поле, но профессиональные футболисты, поигравшие, в общем-то, на таком высоком уровне, я назвал тех, кто на самом высоком уровне поиграл из сегодняшних участников матча, ну а на самом деле... Так или иначе, футбольное прошлое имеют, безусловно, все футболисты этих команд. Ну, а некоторые футболисты этих команд имеют футбольное настоящее, и поэтому сегодня мы не увидим на поле со стороны ЦДК Евгения Вашурина, Валерия Лихобабенко, Владислава Хатаженкова, Андрея Говорова, Сергея Сбродова, а из стороны Интера, например, Константина Кадеева, Павла Сучилина, Алексея Аверьянова. Да, ну и... Можно, наверное, говорить, что, ну, не будет еще Сергея Филина, не будет еще игроков. Я вот так просто навскидочку выбрал самых, может быть, таких знаковых. Можно говорить, конечно, что составы не оптимальны, но, с другой стороны, мне кажется, что это неправильно применительно к этим командам. На самом деле составы вполне себе боевые, и если эти команды соберут полностью свои ростеры, то это будет только мешать им, мне кажется, показать оптимальный и самый качественный футбол. Но о составах давайте мы поговорим, тем более игра уже сейчас начинается. ЦДК в ранге хозяина сегодня заявлен на игру. Ну и мы смотрим стартовый состав армейцев. В нем сразу скажу, по сравнению с тем, что вы видите на своем экране, есть... изменения. Это не тот состав, который мне написали. Ну и я, наверное, недопонял Олега Полтевского, который состав этот давал мне о том, что будет, если доедет один из футболистов. Я, в общем, перестановку внес в стартовый состав, но ошибся в том, какую перестановку. Не того игрока убрал, не того передвинул, но сейчас расскажу все. Денис Зайко, в воротах номер 1. Оборона справа налево. Вячеслав Саркисов номер 20. Андрей Смирнов номер 3 и Александр Авдеенко номер 4. В полузащите 4 человека без форварда. Схема уже стандартная для ЦДК в этом сезоне. Формально. Но на деле Алексей Милешин под 8 номером играет справа. Евгений Алдонин под 22 в центре. Андрей Коряк под 9 слева. А Олег Полтевский под 7 на острие атаки. Все-таки действует. Ну и... Что касается расстановки старта, вообще изначально было написано, что Саркисов будет слева, Сергей Темряков справа в обороне по 12 номерам, но сказали, что если Авдеенко доедет, он выйдет в старте и пройдут перестановки. Ну и я подумал, что Авдеенко будет тогда справа, а Темряков налево уйдет, а на самом деле Авдеенко просто слева выходит, а Саркисов ушел направо, а Темряков оказался на скамейке запасных, так же как Александр Туменко номер 83, и Максим Бунтов номер 77, там же еще Алексей Ефимцев есть, но это скорее... такой человек-талисман. Вы знаете, если вы читали на Sports.ru интервью голкипера бывшего «Зенита» и «Торпеда» Дмитрия Бородина, если не читали, обязательно прочтите. Ну, а если читали, то вот можно с Алексеем Ефимцем ее в какой-то мере сравнить. Такой человек-талисман, отвечающий за атмосферу. Саркисов, классная передача на Коряку, и она, смотрите, доходит, ну, немножко не в темп, но
Коряка мяч догоняет, пытается в обыгрыш пойти против Мечкова, но это кого так обыграть, да? Не Дмитрия Мечкова, одного из самых мобильных, несмотря на солидный возраст, футболистов Северной Лиги. И он, может быть, не самый быстрый, но то, как Дмитрий Мечков двигается по полю, на самом деле, вот если нужен учебник по игре для центрального полузащитника в футболе 8 на 8, просто нужно вот 60 минут понаблюдать за тем, как перемещается по полю Дмитрий Мечков. И я вам гарантирую, понимание игры прибавится у того человека, который это сделает. Итак, состав Интера. В воротах Александр Филимонов, номер 1. Оборона справа налево. Алексей Мишин, номер 23. Руслан Нахушев, номер 15. Николай Липаткин, номер 17. Тот самый Дмитрий Мечков, номер 6. В опорной зоне право вингера играет Александр Рощин, номер 22. Лево Владимир Свежук, номер 21. Думаю, что Свежук почаще будет в центр сваливаться. Ну и Артак Григорян, номер 77, на острие атаки. В запасе у Интера есть голкипер. Это Эдуард Батыгин, номер 20. И еще 4 человека. Денис Калинин, номер 5. Артем Ковалев, номер 13, Владимир Правский, номер 55, и Владимир Колесников, номер 74. Капитаны команды: Андрей Смирнов у ЦДК, Артак Григорян у Интера, арбитр встречи Юрий Апанасенко, Игорь Елисеев в качестве резервного рефери сегодня работает, ваш комментатор Александр Седов, ну а редактор, режиссер трансляции у нас Никита Лаврентьев. Прошу любить и жаловать, матч у нас идет разведка на поле, пока ничего не произошло такого, ну кроме, может, финта Коряки, и то это не с точки зрения, наверное, важных событий на поле, а так с точки зрения эстетики. Конечно, наверное, если говорить о звездах футбольных, настолько звездного состава на поле одновременно сегодня еще не было в Северной Лиге в этом сезоне. И знаете, это как анонс континентальной футбольной лиги, где ЦДК сыграет. Интер не сыграет, но сыграют отдельные футболисты. Интер, я думаю, что немало будет таких футболистов. Артак Григорян точно сыграет. И, к слову, Артак Григорян сыграет за ЦДК на континентальной футбольной лиге. Вот это интересный момент, здесь не будет пенальти, конечно, но Авдеенко и не просит угловой, хотя нет, посмотрел на арбитра, да, и вот просит. Ну, давайте будем объективны, никто не поставит такой пенальти, ну, как бы, только, наверное, арбитр, у которого вместо мусорного бака сердце в груди бьется, и он обслуживает встречу, скажем, Интер-Ювентус в чемпионате Италии. Юрий Апанасенко не таков, не то чтобы у него мусорный бак был вместо сердца. Так, ну а здесь падение Коряки, ну уж очень картинно падал Андрей. Там даже если был контакт, сомневаюсь я, что он был серьезный, значительный и достаточный для того, чтобы пенальти поставить. Здесь много коллизий, и не только тот факт, что Артак Григорян за ЦДК сыграет в континентальной футбольной лиге. Много коллизий. Вот Руслан Нахушев играет против ЦДК сегодня, а Руслан Нахушев отбывал годичную дисквалификацию, хотя ему на полгода ее сократили. Но мы помним, при каких обстоятельствах она была получена. Она была получена в матче как раз против армейцев. И тогда Руслан Нахушев перегорел, конечно. Он в той игре не забил пенальти при счете 1-0 в пользу Интера. Потом пенальти в свои ворота привез и посчитал, что... Там, по-моему, из-за его ошибки сначала забили гол, 1-1 сделали. Потом посчитал, что не было нарушения правил, что Вашурин симулировал. Ну и... Немножко дал волю рукам, Руслан Нахушев получил годичную дисквалификацию, в итоге отбыл полгода, теперь играет, ну и знаю я, что сам Руслан вспоминал о том, что с ЦДК получил дисквалификацию, как раз в преддверии этой игры вспоминал, но не думаю я, что он это в контексте какой-то мести, а скорее подумал о том, что надо быть посдержаннее Руслана, тем более, что он играет на очень ответственной позиции, конечно, в центре обороны у Нерадзури. Позади только Филимонов и ворота. Ну и сегодня, наверное, матч существует немножко вне контекста турнирного, да. Мы уже так, в общем, короновали Интер мысленно. Но если сегодня он потеряет очки, если он сегодня проиграет особенно, появится шанс у других команд, в первую очередь у Гефеста, на чемпионский титул. ЦДК будет тяжело чемпионат выиграть, но ЦДК вполне можно. Ох, что Алдонин творит. Вообще, Милешин и Алдонин сейчас оба шикарно сыграли. ЦДК... Титул будет тяжело выиграть, но зато за медали можно побороться. Еще пока четвертое место надо бы завоевать. И в свете поражения от Gold Shark, поражения Gold Shark от APC сегодняшнего с счетом 3-2, там Gold Shark огромные проблемы с составом имел. Еще и Дмитрий Шестаков удалился на 5-й минуте. И играли Валерий Скоробогатов и Олег Пронин. Потом выходил после удаления, через 10 минут после удаления Шестакова. И при этом APC выиграл только со счетом 3-2.
EPC очень, футболисты EPC недовольны игрой показанной, но суть это не меняет. Еще 3 очка в копилку команды. Уже 12 моментов Артака Григоряна и гол! И гол открывает счет Артака с передачи Алексея Мишина. Даже как-то буднично получилось, отклеился от защитников и... Нашел он мяч в той точке, куда Мишином он был отправлен. А, наверное, Мишин нашел Григоряна, отдавая пас туда. Он еще не видел, чтобы Григорян был там, но он знал, как будет Артака действовать. Ну и связка работает. 1-0. Вот я хотел сказать только о том, что, наверное, не является Интер таким уж безоговорочным сегодня фаворитом. Ну а с другой стороны, как не быть Интеру фаворитом, если эта команда не потеряла ни одного очка? А ЦДКА, вы видели на своих экранах, уже растерял массу баллов. Но ЦДКА в борьбе, и сегодня Олег Полтевский абсолютно четко обозначил, что нужна победа в конкретном матче. Это задача армейцев. На сегодняшний поединок это просто престижно обыграть Интера. Сейчас Артак Григорян из-под Андрея Смирнова выбирается с мячом и мог второй забивать на самом деле. И там, по-моему, зацепил то ли Смирнов, то ли Зайка мяч. Но это был голевейший момент. Сейчас Интер мог блицкрик фирменный устроить и потом поди догони эту машину. К слову, сегодня хотел сказать черно-синюю машину. Действительно, она сегодня черно-синяя. Наконец-то в летней форме играют эти команды. Интер в черно-синих футболках, в черных трусах и желтых гетрах, полный комплект миланского Интера. Ну а ЦДКА сегодня у нас как Барселона, потому что форма ЦДКА, она это тренировочный комплект испанской Барселоны этого сезона, ну за исключением того, что у Барселоны не нашиты гербы ЦДКА на майках и трусах. Но, тем не менее, вот эти вот красные, такого с оранжеватым отливом майки и синие с голубым отливом полоски на них, черно-синие или черно-голубые трусы и красные гетры, это именно вот барселонский комплект экипировки. А вот он первый герой момент у ЦДКА, и, мне кажется, не очень уверенно Филимонов отразил удар Вячеслава Саркисова. Почему сейчас Мечков пяткой отправил в аут? Потому что угловой раньше был назначен. Милешин разыгрывает его с Корякой. Коряка это, безусловно, мощнейшая опция. И сейчас, смотрите, прострел на дальнюю штангу. Зрячая передача, я бы сказал, на Андрея Смирнова. Но Нахушев прочитал, а Филимонов уже был отыгран. Андрей Коряка это отличная опция для ЦДКА. Не знаю, как сам Андрей отнесся к тому, что больше он не является тренером Амкара, где он работал. Но для ЦДКА это безусловное подспорье. И теперь Андрей и в континентальной футбольной лиге участие примет. И, конечно же, поможет команде на внутренней арене, поможет в чемпионате. Помогал он команде в Кубке ЛФЛ, но в ответной игре слишком тяжелой была задача в противостоянии с тройкой. Играй Коряка в первом матче, может быть, расклад был бы другим и не проиграл бы ЦДКА 1-4, и тогда не стояла бы такой тяжелой задачи. Там еще ведь Алдонин не играл. Они играли оба в ответной встрече, ЦДКА играл неплохо, но уступил с счетом 3-4. Но опять же, будь равная ситуация, ЦДКА не пришлось бы, наверное, лететь в атаку такими большими силами. А против тройки это смерти подобно. Южная команда здорово умеет играть по счету и здорово умеет удерживать преимущество, тем более преимущество в 3 мяча. Интер похожим образом вылетел из Кубка ЛФЛ раньше. То есть я сказал, что ЦДКА в Кубке ЛФЛ, ЦДКА в Лиге Чемпионов, конечно, играл с тройкой. Интер подобным образом вылетел из Кубка ЛФЛ. Проиграл он 1-4 в первом матче усадьбе Банной Восточной на раунд ранее, в 1/8 финала. Потом отыграл дома, 3-0 выиграл и мог, и должен был забивать еще, но не забил и успел в серии пенальти. Усадьба Банной уже успела сама вылететь из турнира на стадии четвертьфинала, причем без особых вариантов, но это другая уже история. Другая история матча усадьбы Банной с западным трансконтейнером. Ну, а у нас вот команда, которая борется только на внутренней арене, еще будет кубок. Ну и продолжая тему Андрея Коряки, вообще интересно, ведь в Интере в заявке значится Вадим Евсеев, главный тренер Амкара. Почему ушел Коряка? Может быть, именно коллизия с Вадимом Евсеевым какая-то случилась? Не знаю, гадать не буду на кофейной гуще, но тоже, наверное, какой-то статус дерби. Я не знаю, в курсе ли Коряка, что Евсеев есть в заявке у Интера, но, наверное, догадывается. Ну, не уверен, что это для него сейчас принципиальный момент, но, тем не менее, еще в прошлом году Вадим Евсеев играл за Интер в прошлом сезоне. Но в этом, по-моему, мы не видели на поле этого знаменитого мастера. Но он с командой душой, наверное.
не то чтобы думал каждую секунду о ней, но наверняка в целом глобально в курсе ситуации в Интере. Перевод от Рощина. Не очень точно, но Нахушев здесь на мяче. Длинная подача. Алексей Мишин искал Нахушев. Нашел забор за воротами. А Дениса Зайки. Денис Зайки так болезненно немножко отреагировал на шутку по поводу цвета его волос, что у него посидели немножко виски, но обидеть не хотел его сегодня, когда видел, спросил, что это потому что в ЦДК играет, но действительно в авангарде этого не было, а в ЦДК так оборона играет, что Денис действительно посидеть любой вратарь может, а учитывая, что Денис хороший голкипер, а у него почти не было схих матчей в этом сезоне, тут Владимир Колесников у Интера появился, показалось мне, что он Милешин так рукой это отдвинул, не совсем по правилам, но Юрий Апанасенко дал продолжить игру, а вот здесь толчок Алдонина, хорошо там разобрался Артак Григорян и выжил максимум практически из этой ситуации, заработал штрафной, заменил Владимира Свежука Владимир Колесников у Интера, у ЦДК. Уже тоже прошла замена. Максим Бунтов появился на поле в атаке вместо Олега Полтевского, который свой отрезок отработал. Думал Олег, выходить ему или нет в стартовом составе. Вышел. При нем Григорян открыл счет, но вины Олега Полтевского здесь нет. Колесников, какой будет розыгрыш на Мишина. Вообще, что касается резерва, сегодня, наверное, в плане усиления получше ситуация у ЦДК. Бунтов, Туменко, Темряков на скамейке начинали матч. У Интера все же, наверное, оптимальные стартовые силы, но те же Денис Калинин, Владимир Колесников, Артем Ковалев. Ну, Колесников маловато, может быть, играл по сезону, но вот видите, сейчас первым вышел. Калинин, Ковалев играют. Владимир Правский тоже не так давно выходил, хотя его тоже мы редко на поле видим. Но вот видите, сегодня многих нет у обеих команд. Рощин бьет, ставит ногу Александра Авдеенко. Угловой. Угловой. Сам же Рощин будет исполнять подачу. Это розыгрыш с Владимиром Колесниковым. На Мечкову передача не прошла. Здесь Нахушев просто играет головой, а вот Андрей Смирнов решил принять на грудь. Потом сыграл на Коряку, тот тоже играет грудью. И накладочка со стороны Артака Григоряна. Может быть, немножко Андрей Коряка показал, но... Фол был. Коряка, я уже говорил, да, начал говорить, что это супер опция. И вот, может быть, немножко погрузнел Андрей по сравнению с периодом своей игровой карьеры. Вот тот же Алдонин, такой же сухопарый, такой же Нахушев. Андрей Коряка чуть-чуть, наверное, погрузнел, но в том-то дело, что чуть-чуть. И при этом его фирменные слаломные проходы, они не потеряли абсолютно никакой остроты, свежести, скорости. Коряка практически неудержим для любых защитников, когда он вот этот слалом начинает. Если ему чуть-чуть дать пространство с мячом, то остановить практически невозможно. И, конечно, задача Интера — то пространство мастеру из ЦДК не давать. Григорян здорово зацепился. Вообще в фирменной манере Артак действует. Это вот его игра... универсальный нападающий, который по всему фронту атаки действует, постоянно открывается во фланге, если надо, отходит пониже за мячом, освобождает зоны для партнеров, постоянно цепляется за мяч, делает скидки, передачи, и, конечно, очень игру команды он обогащает. И сейчас, смотрите, именно Артак, пусть у него не получился первый технический элемент при приеме, именно он скинул под удар Руслану Нахушеву, а удар Руслана Нахушева — это штука очень опасная. Спросите хотя бы Станислава Станиславского. Ну и в этот раз он зарядил выше ворот, но в целом, вот как Коряке нельзя давать возможностей разгоняться с мячом, также Руслану Нахушеву нельзя давать возможность спокойно бить без сопротивления по воротам. Но сейчас не попало, в следующий раз попадет и попробую отбей. 16 минут позади, перевалил экватор. Первый тайм, 1-0 по-прежнему. Впереди Интер, гол Артака Григоряна, с передачи Алексея Мишина остается единственным. Здесь обыгрывает Бунтов Рощина, получает по ногам, рухнул как подкошенный. Бунтов на газон, штрафной удар, Рощин извинился. Ну и здесь Андрей Коряка у мяча. Бить не очень удобно, но с другой стороны Коряка мастер стандартов, плюс под удар стоит Алдонин.
Дальше встают Авдеенко и Саркисов на случай веерной атаки. Что будет делать Коряка? Коряка бьет сам. Так, бесхитростно получилось. Но, знаете, сейчас попал в стенку, а с другой стороны там развалили стенку. Удар. В общем, да, по факту штрафной неудачный, но... Наверное, правильно играл Андрей Коряк. Авдеенко. Сыграл просто, но и Рощин не стал упражнять, и в итоге мяч к ЦДК вернулся. Денис Зайков, касание, доходит до Милешина, тот против Нахушева. Со Смирновым обыгрывается, тот через Алдонина играет, сохраняет владение, Милешин. Андреем Коряком, Евгением Алдониным, Алексеем Милешиным. Неплохо. Согласитесь со мной, в впечатлениях, не вытекал, наверное, из логики игры, он просто случился из ничего. Там, правда, тут же второй чуть не случился, но в целом мы видим абсолютно равную игру, в которой эпизод пока решил. Ну и, собственно, эпизоды — это важный момент абсолютно всегда. Заброс вперед, здесь Саркисов играет головой. Для ЦДК, конечно, этот матч очень важная возможность. Голшарк, с которым дважды армейцы сыграли в ничью, чем, конечно, разочарованы. Причем во втором матче был незабитый пенальти, и 0-0 завершилась встреча, незабитый пенальти армейцами. У ЦДК 14 очков, у Голшарк 11. Вот до начала этой игры, поскольку Голшарк свой матч провел, сравнялся по играм. Удар! Александр Рощин! После углового Интер в итоге забивает. На подборе Рощин сыграл. На 19-й минуте убрал на замахе соперника. И с левой ноги всадил мяч точно в сетку. 0-2. И это уже почти критично. Ну так вот, ЦДК на 4 балла от Динамо отстает. И, конечно, армейцам, чтобы за бронзу побороться, тяжело будет. Ну, с Гефестом нереально бороться. За серебро на золото шансов уже никаких нет. Чтобы побороться с динамовцами за бронзу, ЦДК сегодня надо побеждать. Ну а Интер не имеет права на осечки, потому что дай одну осечку, и отстающий на 3 очка при проведенном матче больше, Гефест включится в борьбу, а ведь еще играть Интер с Гефестом друг с другом. Ну и, соответственно, если Гефест ту встречу выиграет... Там, правда, надо еще разницу отыграть, чтобы при разнице очков быть выше. Но 3 очка. 3 гола обыграл Интер Гефест в скандальном матче. С счетом 5-2 обыграл. Где 4-0 вел. И не назначили пенальти за игру Нахушева рукой. При счете 4-2. А потом Интер уже в конце в контратаке 5-й мяч забил. Здесь от Алдони. По-моему, достался Ардаку Григоряну. Но Юрий Апанасьев хладнокровно показывает аут в пользу Интера. Недоволен очень Артак Григорян, высказывает арбитру. Ну, кстати, Григорян тот форвард, которого, если разозлить, он только лучше начинает играть. Чем больше заведен Артак, тем он качественнее футбол показывает. Здесь Рощин здорово принимает, уходит от Алдонина, а вот пас на Колесникова у Александра не очень получился. Но как легко разобрался Рощин. Не то, чтобы он один в один с Алдонином разобрался, просто он уже был ближе к чужим воротам. Грамотно выиграл позицию у опытного футболиста, у обладателя Кубка УЕФА в составе ЦСКА, между прочим. Ну и потом легко ушел. Алдонин, правда, борьбу больше обозначил, чем вступил. Ну и Александр Рощин, автор второго гола, ушел после этого эпизода отдыхать. Появился Артем Ковалев под 13-м номером на поле. А пока правым флангом туда Ковалев и вышел. Мишин меняет атаку. Вот Ковалев мяч получает. Возвращает Мишину. И если сейчас Интер забьет третий, то, наверное, можно будет сливать воду. А Интер это и делает. Мишин отдает второй голевой пас на Григоряна, у которого висел на плечах Андрей Смирнов. Но Григоряну это помехой не стало. И на исходе 21-й минуты Артак до крупного доводит преимущество Интера. Как-то все очень банально у нас. Очень тривиально и... очень односторонний. Я, честно говоря, все-таки ждал другого. Ждал, что борьбы будет больше. Ну и опять же, Интер, не включая максимальной скорости, в рабочем футбольном режиме, так вот забивает 3 мяча. Возвращается Владимир Свежук на поле. Владимир Колесников покидает газон. Кстати, вижу, по-моему, Аверьянов приехал, сидит на скамейке запасных.
И он с костылями из-за травмы, он, да, не играет и не скоро еще появится на поле. ЦДК организовывает атаку, зарабатывает угловой. Ну, банально, но не сказать об этом нельзя. Сейчас армейцам надо, чтобы вернуться в игру, обязательно забить. До перерыва. Ну, можно, конечно, и за второй тайм три мяча отыграть, но... Вообще, честно говоря, мне кажется, у Интера три мяча отыграть сложнее, чем у тройки. А сложнее, чем у тройки, вообще мало команд, у кого можно отыграть три мяча. Свежук, Мечков. Застревает Мелешин и Коряка на чужой половине поля. Но, правда, Мелешин возвращается. А Коряка-то отрезан. Ну, Коряка не получает пространство. Даже с тройкой он получал пространство больше. И там он пару голов организовал. А сегодня не получает. Филимонов, длинная передача, Мишин. Саркисов выносит мяч через себя. Ну, если Интер четвертый забьет, а это вполне рабочий сценарий. Тем более, что у ЦДК энтузиазм немножечко пропал. Это так, в воздухе висит. И здесь Мелешин попадает Григоряну по ноге, по голеностопу. Ну и штрафной для Руслана. Мелешин, по-моему, пересекался с Нахушевым в Сатурне. Коряка с Нахушевым точно пересекались там. Ну вот теперь по разные стороны баррикад. В стиле Коряки удар. В сегодняшнем стиле Коряки. Тот в стенку попался штрафного. Ну и в стенку же попадает и... Нахушев. У Интера, кстати, такая большая скамейка. Там и Максим Тараненко, не переодевающийся. И травмированный тоже находится. Владимир Правский, кстати, тоже не переодевался. Хотя в заявку на игру включен. Ну, то есть на экстренный случай. Денис Зайка разыгрывается Смирновым. Так, посмотришь, не только Зайка посидел за последние годы, и Андрей Смирнов, и Евгений Алдонин. Но будем надеяться, что это не эффект игры за ЦДК. Такая опция. Кстати, Александр Туменко, насколько я понимаю, появился на поле, да, вместо Максима Бунтова. Под 83-м номером Туменко вышел, уже спасать Россию надо. Но Интер не та, да, команда, которая позволит многое сделать. Надо искать шанс, решать задачу поступательно, забить один, потом попытаться еще один. Но не думать о нем сейчас. Быстрый штрафной разыграл Мелешин, Салдонин, тут Коряка. А здесь фол, но Туменко с мячом, удар и гол! Вот так вот, 3-1, то, что нужно было этому матчу, то, что не нужно было Интеру, но очень даже нужно для ЦДК. Но Александр Туменко, видите, в роли Джокера действительно оказывается первым касанием. Он после выхода на поле, по-моему, фактически забивает. Ну, Андрей Коряка ценой ушиба делает голевую передачу в этом матче. 1-3. 1-3. Уже не без шансов. Ну и не заслуживал крупного счета. Все-таки ЦДК уступать с крупным счетом не заслуживал. Ну и сейчас энтузиазм вернется. Алдонин. Ну и Коряка. Видите, чуть-чуть дали пространство, получите гол. Ну вот, пожалуйста. Это даже меньше, чем обычно. Коряке нужно пространство. Ну, то есть для дриблинга, для слалома нужно ему чуть больше. Но и он на таком, на своем платке делает голевые ситуации. Сейчас Мелешин скидывает Туменко. Туменко переводит дальше. Коряка. Против него Ковалев. Пах. Коряка хитро задумал, но немножко не исполнил. Но там, честно говоря, мне кажется, Туменко не успевал бы на эту передачу. Интер в контратаке. Но сейчас для ЦДК две задачи. Забить гол.
Фолс Аркисова на Мишина, фирменный Фолс Аркисова, очень жесткий игрок, забить гол. И вторая задача, конечно, не пропустить, потому что все усилия пойдут прахом, если Интер опять до трех мячей увеличит преимущество. Милешин покинул поле. Сергей Темрюков впервые в этом матче появился и вышел в полузащиту. Интересно. Посмотрим, как это все будет выглядеть, когда у ЦДК будет мяч, пока Темрюков как полузащитник располагается, но без мяча. Саркисов из-за боковой бросает, Солдонин обыгрался, выносит, но здесь Коряка цепляется, Алдонин в касание, Авдеенко, снова Алдонин и опять в касание, Темрюков, Авдеенко успевает, но долго думал, смотрел там на Туменко и, в общем, загубил момент Александр Авдеенко, если честно. Было у него пространство, чтобы довести. Вот Коряки, да, вот такого пространства бы хватило. Ну, Авдеенко немножко другого плана игрок. И, кстати, он очень много пользы приносит и немало забивает. Но все-таки слаломный дриблинг это не для него главная опция. Здесь Филимонов исполняет откровенно. Коряка засмеялся. Никто не возмущался. Ну, все понимают, тот же Филимонов, ну, так, немножко подсыркачил. А вот здесь фол был. На атаке Григоряне, Евгений Алдонин сфолил. Пока игра в целом не грубая, но нарушений много. Штрафные, стандарты, ну и угловой уже забил. Один Интер, там, был в несколько фаз разыгран этот корнер, но он привел к успеху. Александр Рощин убрал мяч, а здесь точка отличная для, я бы сказал, Павла Котова, но за неимением... В составе Интера Павла Котова, Руслан Нахушев. Я думаю, что в Интере не жалеют. Руслан Нахушев, возможно, даже не знает, кто такой Павел Котов. Вот, ну, просто он, на самом деле, умеет очень здорово, Павел, исполнять штрафные. Футболист Гефеста, если вдруг еще кто не знает. Но и у Нахушев это здорово умеет делать. Просто немножко по-другому. И, пожалуйста, какой удар! Перекладина, и там, причем, Денис Зайков перекладину мяч перевел. Вот такие пироги. Интер может забить четвертый. Опять у нас тут игра так. Очень медленный футбол. На самом деле, по крайней мере, так визуально. С стороны, может быть, в игре и по-другому кажется. Ну, не очень быстрый. Ладно, очень медленный, это, наверное, неправильно. Тем более, когда играют такие мастера, мяч ходит быстрее, чем бегут ноги. Мысль работает, и футбол умный. Но не самый быстрый. Все-таки не самый быстрый. А даже не знаю, кому на руку взвинчивать темп. Хватит ли у ЦДК сил играть в таком темпе? Все-таки возрастная команда, но Интер не самая молодая команда. Просто у Интера, наверное, больше молодых футболистов. А у ЦДК прям-таки молодых нет вообще. Это, конечно, для армейцев минус. Вот таких, как Рощин, Мишин, таких нет. Как Николай Липаткин. У ЦДК и в ростере таких нет. У Интера еще там Кадеев, пожалуйста. Да Григорян. Григорян достаточно молод. Ну что ж, первый тайм завершен. Ничего не добавил Юрий Апанасенко. 3-1 ЦДК проигрывает Интеру в центральном матче 11-го тура высшего дивизиона А. Но мы надеемся, что интрига в этой игре не умерла. И гол Александра Туменко эту интригу оживил. Отдыхаем и возвращаемся во второй половине встречи. Скидки на экипировку до 65%. Спортпринт. Ну что ж, стартовала вторая половина этого матча. В котором встречаются ЦДК и Интер. В 11-м туре высшего дивизиона. Высшего дивизиона А. Северной лиги.
Есть у ЦДКА шансы. В этой игре. Но ими надо пользоваться, потому что иначе Интер спокойно доведет матч до победы. Но вот розыгрыш штрафного. Налдонина здесь заблокировал Дармишин. Контратака. Артак Григорян делает... Оставит блок. Заслон для Мишина. Но Зайка здесь чистит и, в общем-то, спасает ситуацию. Можно поговорить, наверное, об истории противостояния команд. Она достаточно богатая, насчитывает 9 игр. И в ней, к слову, у ЦДКА небольшой перевес. ЦДКА имеет 5 побед, у Интера 4. Но на втором этапе победил уже Интер, выиграл у армейцев. Ну, а вот в первом круге, да, на первом этапе, кстати, ЦДКА у Интера выиграл. Причем так уверенно выиграл 4-1. Но это было на первом этапе. Даже у Интера были когда-то осечки. Но это было очень давно. Пытается ЦДКА что-то придумать. Но сейчас в атаке Интер. Рощин на Мишина. Обратно не получил пас. Еще пенальти требует, но пенальти не назначен. Давайте к составам тоже обратимся. Во втором тайме у ЦДКА в воротах прежнем Денис Зайком. Тут вариантов особых нет. В обороне справа налево Саркисов, Смирнов и Авдеенко. В общем, учитывая, что Темряков сегодня в полузащиту выходит, в обороне тоже нет вариантов у армейцев. Евгений Алдонин в опорной зоне. По краям начали Алексей Милешин справа и Андрей Коряка слева. И Александр Туменко в атаке. Но тут группа атаки, в принципе, меняется все время позициями. Сейчас Милешин на острие, Туменко слева, Коряка правее. Но это нормально для футбола 8 на 8. Что касается Интера, то Филимонов в воротах. В обороне тоже все по-прежнему. Справа налево Мишин, Нахушев, Липаткин. Вот нам подарок в виде футбольного мяча. Дмитрий Мечков в центре поля. Справа Александр Рощин начал вторую половину. Владимир Колесников слева начал. Они ее не заканчивали на поле. Ну и Артак Григорян бессменно в атаке играет. Приятная погода. Приятная атмосфера. Солнышко греет и припекает уже даже. Пришла весна в Москву наконец-то. Артак идет в прессинг. Артак Григорян, конечно, но я думаю, когда говорят Артак в Северной лиге, все понимают, о ком идет речь. Здесь очень хладнокровно играет Николай Липаткин. Ну, и Интер зарабатывает штрафную. Такие паузы, они все на руку, наверное, на Радзуре. Для них не то чтобы было тяжело, да,
не то чтобы держать темп, да, было тяжело, но они ведут в счете и удерживать преимущество не... Форсируя событий, вполне рабочая практика. Зачем там излишне напрягаться, да? Но ЦДК, наверное, не может просто взвинтить темп вот на тот уровень, на котором это Интеру принесет большие проблемы. Ну а с другой стороны, один момент, допустим, один момент реализовать, создать, реализовать, и уже один мяч будет между командами. То, чего, к слову, не хватило Гефесту, потому что он слишком много проигрывал, 0-4. Ну и вот ему было бы надо один момент реализовать, довести до минус один счет. А Гефест мог только до 2-4 довести. Довел бы до минус 1, а там уже и Интер бы занервничал. А так футболисты Интера потом говорили, что они контролировали игру. Но есть все-таки некоторые сомнения в этом, что это вот на 100% так. Но мы уже не узнаем в любом случае. А здесь первая желтая карточка в матче. Ее получает человек, на которого бы я поставил, если бы мне сказали... Попросили угадать, кто получит первую карточку. Вячеслав Саркисов, я уже говорил, что это один из самых жестких защитников. Ну, сегодня я просто говорил, что это жесткий защитник, но вообще это один из самых жестких футболистов Северной Лиги, да и, наверное, всей ЛФЛ. Ну и вот он отоварил соперника. Шанс. Еще один для Нахушева. И опять под левую ногу, отличная точка. Ну, к слову, вот пока Андрей Коряка играет, да, его бывшая команда и его партнер по Амкару и соперник по Интеру. Ох, зайка, хорош. Не в самый угол направил мяч Нахушев, но удар был неплохой. Ну, вот партнер по Амкару и соперник по ЛФЛ Вадим Евсеев сейчас в качестве главного тренера Амкара работает на матче против Спартака домашнем в Перми. А в чемпионате России по футболу. Угловой для Интера. Думаю, что четвертый гол решит исход матча, если он состоится. И Артем опять не удержали. Забивает Рощин. Подавал, насколько я понимаю, и записывает на свой счет голевую передачу. Ну и видите, опять стандарт. Два угловых уже, причем на любой вкус, Интером реализованы. Ну и вот вылезти из этого... По такому футболу, я думаю, что нереально. Может быть, ЦДК опровергнет. В любом случае, думаю, армейцы будут играть до конца. Но видите, когда еще и в стандартах уступает команда, шансов почти не остается. Ну, а Интер несется к своему первому чемпионству на севере. 8, если я не ошибаюсь, титулов на северо-востоке, или 9 даже. У Интера только один раз упустили чемпионский титул подопечный Владимира Колесникова. Команда Сергея Филина. Григорян, удар, зайка отбивает, добивание Рощина. И счет становится 5-1. Из ничего родился этот момент. Можно сказать, что Григорян голевой пас сделал. Не знаю, будет ли это записано так в статистику. Но в целом Григорян и Рощин сегодня лучшие. Ну, впрочем, и Мишина надо здесь отметить. У него голевые передачи в первом и третьем голах. Но у Рощина уже 2 плюс 1 сегодня. У Григоряна, ну, наверное, тоже 2. 3 плюс 1 у Григоряна даже. Лучший бомбардир безоговорочно в Северной лиге в высшем дивизионе А. Перед этим матчем на его счету было 20 голов, теперь 23. У ближайшего преследователя Александра Масленникова было 10 голов, а на игру больше. У следующего, у третьего бомбардира, это Папин Казарян из Легиона, столько же игр, сколько у Артака Григоряна, но на 11 мячей меньше, 9 забил Папин Казарян. А если открыть таблицу и посмотреть на голы команд, то просто вдумайтесь. Артак Григорян
забил больше, чем любая команда Северной Лиги, не считая Гефеста, у которого 31 мяч. У «Динамо» 20, у «ЦДК» вот теперь 21, у «Голдшарк» 19 теперь, у «АПСи» 20, у «Легиона» 15, у «Невы» 11. 11 голов забила «Нева» на втором этапе чемпионата. 23 мяча забила «Артак Григорян». Ну, наверное, что-то «Нева» завтра «Легиону» забьет наверняка. В первом круге 2-0 она выиграла у «Легиона», а 3-0 на первом этапе. Ну, просто... Вдумайтесь, да, в те цифры, что Григорян дает. Безусловно, играя Григорян за Неву, он забил бы меньше. Но насколько меньше? Тот же Казарян за «Легион» 9 забил. Наверное, Казарян бы больше забил в «Интере». Но просто суть в том, что бомбардир, который... бомбардир, он все равно будет забивать. Артак Григорян потрясающий футболист. Посмотрите на статистику его голевых передач. Здесь тоже ведь все хорошо. Артак Григорян лидер лиги и по результативным передачам. Вот «Нева» забила 11 голов, а Артак Григорян сделал 12 результативных передач. Забил 23, отдал 12. У него 35 очков. Это больше, чем забил Гефест. Да, Артак Григорян практически там 70 с лишним процентов очков набирает, то есть принимает участие в 70 с лишним процентах голов своей команды. И надо сказать, что там «Интер», условно говоря, «Артака» зависим. Но с другой стороны, наверное, это не так плохо в данном контексте. Тем более, что «Артак» почти всегда играет. Но «Интер» выиграла без него в этом сезоне, к слову. Замены прошли в ДК. Впервые отдыхать отправился Авдеенко. Отдыхать отправился Мелешин. Сейчас Темрюков в оборону вышел. Тут Юрий Апанасенко новое прозвище получил, можно сказать. Обращение такое новое. У «Интера», наверное, остается, ну, помимо того, чтобы оформить чемпионский титул, так сказать, один гештальт надо закрыть. На самом деле, есть команда в этом сезоне, против которой «Интер» не набирал очков в чемпионате Северной Лиги. Так-то, между прочим. Это команда «Голдшарк», потому что «Интер» не только «ЦДК» проиграл на первом этапе, но и «Голдшарку». Ну, «Голдшарк» мы не склоняем это название. Ох, какой пас от Коряки! На Туменко! Один уже стал голевым, а Александр Туменко неудачно принял мяч. Там, правда, Мишин уже его сопровождал. Ну, можно было бы получше разобраться в ситуации. Если в таких хотя бы до удара не доводить, то, конечно, против «Интера» ничего не сделаешь. Так вот, «Голдшарк» выиграл 4-3 у «Интера» на первом этапе. На втором этапе не играли еще команды. На втором этапе... Так получилось, что игра была перенесена из-за Еврокубков. Ну, еще сыграют. Так, здесь Темрюков желтую получает. Сзади на приеме товарил Артака Григоряна. Видите, еще и для соперников карточки. Григорян зарабатывает. Две карточки у ЦДК. Ни одного «Интера». Ну, кстати, а первую карточку, по-моему, Рощин заработал для соперников. И в итоге, тот фол привел к голу, потому что штрафной привел к угловому. А угловой привел к взятию ворот. Ну а сейчас Нахушев, у него уже четвертый удар под левую ногу со штрафных, ну просто идеальная ситуация, но он не забит. Но был очень опасный удар, который Зайка вытащил. И сейчас опасно, но не очень точно. Коряка уже от своих ворот начинает атаку, как разыгрывающий в баскетболе, такой Алексей Швед. Практически. Туменко. Саркисов. Вот Коряка против него. Мечков сразу, да. Вот. Еще тут проблема в том, что против Коряки играет, наверное, сильнейший опекун Северной Лиги. Ну, или один из сильнейших. Как хотите называйте, но... Конечно же... Дмитрий Мечков, ну, это маэстро, на самом деле, на мой взгляд. Такой незаметный герой. Вот
вот я сейчас боюсь путать, кто из Терминатора попал, кроме Леони Гвазавы, в тройку. По-моему, как раз Мечков был вторым в голосовании на лучшего игрока сезона. Ну, в этом году даже более очевидно, наверное, лучший игрок. Я вам статистику приводил, невозможно при таких цифрах не стать лучшим. Артак Григорян, я еще рассказывал, как он играет. Вот сейчас он на замене отдыхает, к слову. Владимир Свежук, наверное, настрелял. Вообще, по схеме ЦДК 2-4-0. Сейчас... ну вот... Вот сейчас Никита Лаврентьев мне написал, да, что вот он будет за Мечкова голосовать в этом сезоне. Но вот я, наверное, я проголосую за Артака Григоряна все-таки, но Мечков будет на втором месте. Я, собственно, к этому подводил. Ну, Григорян бомбардир. И очень много делает на поле. Вот, понимаете, он не просто бомбардир. Он именно выполняет очень важные функции на поле. И он очень обогащает игру Интера. Но и Мечков — это такой же важный элемент механизма на Радзуре. Он не менее важен, чем Артак Григорян. Просто он не набирает столько очков. Он забивает немного голов. Ему, у него другие функции. И, безусловно... Учитывая, какую роль и на какой позиции играет, какую роль исполняет, на какой позиции играет Артак Григорян, он заметнее, он в хайлайтах, он бы претендовал на золотой мяч, условно говоря, если речь шла о большом футболе. Но что касается Мечкова, то... Но вот сейчас Иньеста уходит из Барселоны, и модно сейчас ему дифирамбы петь, оды хвалебные... И это, в общем-то, все заслужено Андресом, и там разговоры про то, что ему не додали золотой мяч, в том числе от редактора France Football. Ну, к слову, не надо было отдавать FIFA ведение награду, чтобы капитаны сборных Гватемалы и Буркина-Фасо голосовали, при всем уважении к этим странам, которые, в принципе, вряд ли сильно заморачивались в этом опросе, в общем-то, превратили в свое время в гламур премию, сами представители France Football, продав права FIFA, и действительно пару раз бы не Роналду с Месси получили бы приз этот, если бы так проводилось. Даже там, ну, можно конкретно просто журналистов посмотреть, там был бы у Уэсли Снейдера золотой мяч, был бы у... Вот, кстати, не помню, что это Иньеста, у Хави, по-моему, был бы золотой мяч один раз, а может быть, у Иньеста тоже был бы в 2010 году, когда он принес сборной Испании титул чемпиона мира. Но, в общем, суть в том, что, да, несколько раз бы там и Месси, и Роналду бы не досчитались нескольких мячей, это было бы правильно. К слову, уже сейчас, вот в прошлом году Роналду выиграл именно голосование исключительно журналистов, что, на мой взгляд, было объективно. Но вот эту гегемонию создали, да. Ну, так вот, Иньесту хвалят, но и в этом плане немножко другое амплуа, да, у Мечкова. Но в целом, наверное, можно сравнить с Иньестой в какой-то мере. Это, опять же, именно по, наверное, важности, по тому, какое значение для команды имеет. Вот в этом плане, да. Андрей Коряк устал, мы это видим. Видит это и перехватывающий мяч Артем Ковалев. Рощин, Рощин не устал. Интер, в общем, тоже ведь не включал этих максимальных скоростей. Он... не на максимуме обыгрывается. Когда будет играть Гефес с Интером, а я уверен, там или тот же Алексей Швындин, Дмитрий Вакуленко смотрит трансляцию, а если не смотрит, потом посмотрит. Наверняка они постараются темпом взять, и Гефес имеет ресурсы для этого. Да, не факт, что удастся Интер перебегать, у Интера тоже достаточно молодых игроков, но вот в таком ключе Интер обыграть, ну не то чтобы невозможно, всякое бывает, но практически невозможно обыграть Интер, не взвинчивая темп, не заставляя выйти, как можно говорить, из зоны комфорта на Радзуре. Выжили сегодня на Радзуре из зоны комфорта? Ну, сами ответьте на этот вопрос. Когда в равной игре, в спокойном стиле, Григорян открывает счет на 7-й минуте, потом Рощин забивает после углового на 19-й, на 21-й снова забивает Григорян. Интер как раз в прогулочном темпе этот матч выигрывает. И тот факт, что...
У нас тут накладка была, что отключился микрофон, уж не знаю, сколько времени меня не слышали, но я тут восхищался большую часть этого времени футбольным интеллектом Мечкова и Григоряна. Сейчас штрафной Коряка исполняет, и опять Филимонов выручает, добивание Саркисов, еще добивание. А здесь Полтевский не понял, подумал, что Бунтов идет на мяч. А Бунтов был уверен, что Полтевский. Вряд ли будет добавлено время. Значит, минуту 10 нам еще. ЦДК заканчивает этот матч с контролем и пытается уйти от крупного поражения. Если удастся, это будет справедливо, потому что в футболе любой счет справедлив. И любой несправедлив одновременно. Так же, как будет справедливо, если Интер выиграет крупно. Полтевский возвращает Бунтову. А тот под удар Туменко. Туменко мастер красивых голов. Ну и просто мастер ударов. И на 60-й минуте с передачи Бунтова. А если бы, к слову, это был хоккей, то еще бы и Олегу Полтевскому записали бы голевой пас. Потому что он предголевую сделал передачу. 3-5. ЦДК сокращает разрыв в счете. Ну и я вот говорил о том, что Интер играет спокойно, как там, с легионом. Ну и вот ЦДК показывает, что это не Нева и не легион. И, в общем-то, это справедливо и объективно. У нас далее, сразу по окончании этого матча, еще один эфир. Очень интересный матч первого дивизиона. Хоть он и не влияет напрямую на борьбу за промоушен, но играют Ровер и Практик, которые, я думаю, в следующем году поборются за... Это здесь Интер все-таки может крупно выиграть. Мишин на дальнюю. И не забивает Ковалев! А можно было Григоряну поставить под покер. Ну, Ковалев имел право, наверное, здесь реализовать, но сам момент, но надо было реализовывать. Но Интер продолжает атаку. И Мишин пытается передача. Ну и что? Панасенко даст еще одну атаку. До минимума может ЦДК в ней сократить отставание. Добавил все-таки что-то. Арбитр не добавлял бы, если бы не забил третий гол Туменко, я думаю. А так добавил. Минутка, наверное, есть. А может быть и другая. Вот ЦДК посмотрит. Тут Ковалев, видите, не забил. И как дорабатывает назад. Коряка. На него сразу двое. Но он находит Туменко. Туменко. Подкат Мишина. Да, сантиметры выверены. Туменко прыгает в своем подкате тоже. Блокирует передачу, но все, на этом все, удар от ворот, которого не будет, потому что дает Юрий Апанасенко финальный свисток. Мы посмотрели хороший матч, и Интер в нем был сильнее. Я буду быстро с вами прощаться, потому что нам нужно настроить еще одну трансляцию, ее для вас Никита Лаврентьев прокомментирует. Ну а я, Александр Седов, с вами прощаюсь, называйте спорт себе и себя в спорте. До свидания. Рядом со мной Александр Рощин, один из героев сегодняшней встречи. Ну, во-первых, поздравляю с очередной победой, какие эмоции? Ну, эмоции, в принципе, для нас обычные, как бы выиграли очередную игру, у нас задача выиграть каждую игру, поэтому, в принципе, ну, я ожидал, что мы выиграем, так что эмоции обычные. Сегодня стартовый состав был оптимальным, однако нескольких игроков, особенно на скамейке, не хватало. Как-то это сказалось на ваших игровых действиях, на игре всей команды? Ну, концепция игры у нас всегда одна и та же, просто у нас есть в команде много исполнителей, которые взаимозаменяемы, поэтому, в принципе... Не сказалось особо, так что все было хорошо. В скором времени игра с Гефестом – это важнейший поединок этого сезона или есть еще и другие важные матчи? Конечно. Ну, вообще для нас каждый матч важен, поэтому следующая игра особенно важна, мы постараемся выиграть. А так стараемся выиграть каждую игру. Спасибо. Хватит прощать, давай променял. Десятки профессиональных и тысячи любительских команд уже исключили посредников, обратившись в «Спортпринт-М».